вас приветствует образцовый коллектив эстрадного танца и авторской хореографии «Светлое настоящее» из маленького уральского города Нязепетровск. Наш коллектив образовался в 2013 году на базе районного дома культуры. Этот год для нас юбилейный. Нам 10 лет. В нашем репертуаре есть и современка, и фолк. Экспериментируем с авторской хореографией. А в этом году активно занимаемся уличными стилями. Изюминка нашего коллектива в том, что мы всегда по максимуму стараемся быть честным на сцене, как с собой, так и со своим зрителем. MD Pride для нас это прежде всего четкая организация, профессиональная команда и высочайший уровень коллектива. Поэтому, когда нам предложили поучаствовать в видеоотборе «Гордость страны», мы, не задумываясь, согласились. От проекта «Гордость страны», конечно же, ждем море эмоций и впечатлений, новые знакомства. Но самое главное – это новый опыт и стимул для дальнейшего развития. До встречи в Москве!